следующей неделе академик подрос. О, сейчас увидите. Сегодня снова сделал фото, не удержался. Кстати, это профессиональный садовод. Он себя назвал садовником? Неправильно. Вы садовод, иначе бы сейчас это фото бы не присылали. Вот. Я таких в жизни не видел, только у вас. Но это у вас. Но чтобы здесь, в Москве, не перестаем удивляться. На мой взгляд, грамм 80 есть, а когда созреет полностью, то все 100 будет. Когда ехал с работы, решил заехать попутно в питомник Садко. У них растет один абрикос без названия. Никто не знает, какого сорта. Весь усыпан плодами, как облепиха. Но он один. А рядом только одно дерево лычи, перепривито разными сортами. Да и то одна ветка с желтыми плодами. Так завязалось. Этот абрикос плодами меньшего размера, чем ваш академик раза в три. Снял ролик, пришли. Вопрос, как абрикос, который в питомнике, опылился? Ведь он там один, сейчас буду отвечать как. Я тренировался на Елене Александровне, вон она улыбается. Пока знает только она одна. Ну, те, кто видел фильм, тоже знают. Кто понял. Вот. Итак, во-первых, смотрим тот самый. Помните, неделю назад? Прошла неделя. Как оно вам? Годится? Вот. Вот такие они есть. В общем, смотрите, это Москва. Уже ближе к этому Атлантическому океану. Но то, что вы видели, чудо, еще более важное чудо, это Калининград. Пока такие случаи единичные, но в эти годы, если буду жив, я надеюсь, что я таких случаев будет множиться. Часть из них подпадает под явные вегетативные гибриды. Так, явно, так. Вот, теперь, почему здесь, я вынужден заранее сказать, почему здесь сидит Елена Санна. Дело в том, что я человек предусмотрительный, я не собираюсь помирать, но она должна, если там болезнь, мало ли что, все в жизни бывает, она должна перехватить как? У нее уже тут участок, у нее уже садим сад, у нее, значит, это все будущее, даже наука связана именно с моим районом. И если что-то случится со мной, вы также заходите на сайт, а там только поменяется бренд, был Железов, стала ученица Железова, и обязательно фамилия. Фамилия Савинич. Вот. Только тогда можно будет доверять человеку. И уже заказывать, в крайнем случае, черенки, косточки и так далее. Вот я взялся всему ее научить, изучить сад от и до. Вот. Теперь дальше будет совместная наука, сейчас увидите. А пока вот, это еще шажок в Европу. Мне на всех таких примерах важно, что я сколько видел этих фильмов, которые снимают эти профессиональные эти шоумены, их садоводами язык не пора назвать, это Платонова с этой, с Ганечкиной, да? Шоумены с улыбкой колеса деревья, вот я уже вынужден говорить, я все равно буду говорить, нельзя молчать, нельзя, то, что творится. Вот. А они такого вам не покажут, вот у него уже в Москве это будет, а у них деревья, покрытые плесенью, и изувечены до такой степени, я никогда не думал в жизни, даже зная, что калечит и Тимирязевка. Вот, придумали 9 видов веток, которые надо уничтожить. 9 видов. Я их даже запомнить себе не могу. А то бы уже это, если бы так бы сад обрезал, его давно бы не было бы. А вот это им пока не снилось. А мне надо таких примеров побольше. То есть Савинич, это мой, будем называть официальный представитель. Я пока про моральный план говорю.